В Шымкенте увеличили срок гарантийного ремонта на социальные объекты. И теперь застройщики отвечают за качество своей работы уже не 5 лет, как раньше, а 7. Изменения внесли после того, как антикоррупционная служба совместно с Акиматом провела мониторинг в сфере строительства. Отечественное законодательство данные требования регулирует законом об архитектурной деятельности, а также гражданским кодексом. Там гарантированный срок может меняться от 2 до 10 лет. Фиксируют эти моменты техническое задание и договор госзакупок. И подробная формулировка с отсылкой на договор, по данным специалистов, позволяла заказчику и подрядчику самим устанавливать сроки гарантии на новые объекты. А потому гарантии на строительно-монтажные работы в регионах страны разные. Например, в городах Алматы и в Актобе 2 года, а в Астане от 3 до 5 лет. В целях недопущения некачественного строительства, а также исключения возможности самостоятельного выбора нужных сроков, по инициативе департамента совместно с профильными управлениями Акимата приняты приказы об увеличении гарантийного срока закупаемых строительно-монтажных работ. Теперь в договорах о госзакупках и техспецификациях к лотам указывают гарантию сроком не менее 84 месяцев.